Бада. Бада. Тихо все. Бода-барода. Буква П. Привет, Бода. Что ты делаешь? Как что? Собираюсь в путешествие. Бода, но мы же путешествуем в другом сезоне. Он так и называется. Бода-путешествие. А в этом сезоне мы учим буквы, помнишь? Попались! Они думали, я забыл, что мы учим буквы. Вот дают! Дети, сегодня я научу вас букве П. А в путешествии мы найдем слова, которые с нее начинаются. Ух ты! А слово «путешествие» тоже начинается на букву П. Точно! А еще слово «поезд». И «пароход». И, самолет. Нет, Бода, самолет начинается с другой буквы. Уф! Хорошо, хоть парашют на П начинается. Ой, смотрите, вон какое П. Это Париж. И он тоже начинается с буквы П. Подходит. Раз мы гуляем на букву П, то будем все делать по плану. Пункт первый. Ходим по площади и едим пончики. Бода, смотри, это триумфальная арка. Она похожа на букву П. Ого-го себе буковка. Пункт второй. Гуляем по проспекту и едим пиццу. Отлично. Вот и погуляли. Пункт третий. Гуляем по парку и едим пироги. Бода, кажется, морфики устали. Они хотят домой. Домой? А как же буква П? Она так и останется неизученной. Весь урок испортили. Где я вам теперь возьму букву П? Бода, посмотри, сколько в доме букв П. Давайте составим новый план. Можно ползать по полу. И прыгать к потолку. И прятаться под подушками. А это вы хорошо придумали. Морфы, хе-хей, я вас нашел. А еще плюхаться в постель. Морфы, вы куда? Бода, кажется, морфики собираются в путешествие. Эх, дети, опять вы все перепутали. Сколько раз я говорил, путешествуем мы в другом сезоне. А сейчас учим буквы. Что вот это вот за буква, например? П, Бода. Вот-вот. Это буква П. Хе, все, урок окончен. Буква Г. Вот. А где вот это? Привет, Бода. Ты что-то потерял? Привет, дети. Конечно, потерял. Гайку. Как я проведу урок, если буква Г не готова? Срочно все ищем гайку. Ой. Бода, а ты ее точно здесь потерял? Гениально! Мы изучаем букву Г. Гайка тоже на букву Г. Значит, и искать ее нужно в местах на букву Г. Г, Г, Г. Вот, город. Будем искать гайку в городе. Ну, Бода, почему в городе? Потому что я главный сыщик. А главный тоже на букву Г. Ой, будем рассуждать как сыщики. Что мы знаем про гайку? Правильно, она начинается на букву Г. Значит, нам нужно найти все предметы на букву Г. И среди них окажется гайка. Понятно? Понятно. Тогда начнем. Смотри, что морфики нашли. Грузовик. Голубя. Гнома. Отлично! Задача выполнена. Слова на букву Г найдены. Бода,
Но мы же ищем Гайка. Значит, задача не выполнена. А это еще кто? Такой важный? Это генерал Бода. Он тоже на букву Г. Не похож. Так, дети, в городе Гайки нет. Значит, будем искать... О, в горах! Бода, морфы нашли гусеницу, герань и гриб. Опять он. Поди тоже нашу Гайку хочет найти. Так, в горах Гайки явно нет. Ищем дальше в... О! В гардеробе. Так, вот. Смотри, Бода, гольфы, глобус, грабли. Так, а тут? А здесь? Ну-ка, ай! Гайки так и нет! Все, дети, урока не будет! Забудьте про букву Г и никогда ее не используйте! Вот, опять. Бода, может, он хочет помочь? Как же, помочь? Знаю я этих всяких, как их. Ладно, сейчас проверим. Добрый день. У вас случайно не найдется гайки на букву Г? Здравия желаю. Найдется. Ура, дети! У нас есть гайка, и мы можем продолжить наш урок. Не хотите ли присоединиться? Хочу. Я так люблю учить буквы. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву Г и слова, которые на нее начинаются. Гусь. Гусь. Гиря. Гиря. Гайка. Гайка. А генерал-то, ого-го, быстро учится. Честь имею. Бода, вот же твоя гайка. Гайка? И правда, гайка. Хе-хе. Ой, все, дети, урок окончен. Хорошая буква попалась. Столько слов начинается. Гений, например, а еще вот герой. И все ж про меня. Пока, Бода. Да-да, пока, дети. Сложные слова. Бода, пора вставать. А? Я не пойду сегодня в садик. Ну, пожалуйста. Ну, еще немножечко. Бода, морфики хотят покататься с тобой на самокате. Какая еще самокатя? На самокате. Ну, это доска с колесами, которая сама катится. Слово, состоящее из двух, называется сложным словом. Интересно получается. Значит, сложные слова все сами за тебя делают. Тогда мне сейчас срочно требуется зубочист. Пусть почистит мне зубы. Вот тут забыл. Там аж целая печенька застряла. Вот теперь спасибо. А еще мне нужен мойка рук. Сами догадайтесь, зачем. Вымыть руки. Ай, холодная! И еще сморконос. Очень я не люблю высмаркиваться. Бода, завтракать давно пора, кота с тылом. Вставай скорее. Так, запишите мой указ. Бода больше не будет есть кашу. За него это сделает кашеед. Или едокаш. Как вам больше нравится. Вы точно кашу не будете? А ты кашеед? Нет, я едокаш. Тогда приятного аппетита. О, merci beaucoup, merci.
Бода, вставай, морфики хотят гулять. Ай, ну ладно, ладно, гулять так гулять. Только сегодня на улицу меня понесет быдонос. Ой, не-не-не-не-не-не, не такой нос. Меня туда повезет бодовоз. Так, что здесь без меня происходит? Велогонки. Мячи скачки. Качелёты. Стоп, вы все неправильно играете. А как правильно? Дети, играем сейчас со мной. Играем в бодонялки. Боданю. Ой, сейчас как боданю.